Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сейчас я вам покажу новинку из каталога Oriflame номер 4. Коллекция The One пополнилась новыми карандашиками для глаз. Будет всего 8 оттенков, 2 вида, мерцающие и матовые. И сейчас я вам их покажу. Кстати, очень выгодно будет заказывать сразу 2 карандашика, потому что цена будет выгоднее, чем если брать один. Вот так вот выглядит выкручивающийся карандаш, черная упаковка, крышечка, и его не нужно точить, просто нужно выкручивать, и он самозатачивающийся. Я сейчас хочу попробовать на глазах, потому что зачастую, когда мы красим карандаш на руке, он ложится идеально, такой мягкий, ласковый, нежный, а на глазах не свезешь. Поэтому я хочу устроить небольшой тест-драйв. И у меня как раз сейчас внизу практически нет ни теней, ни карандаша, сегодня точно нет, да, немножечко вот блеска. Я попробую провести по коже вокруг глаз. И я взяла карандаш «Сияющая бронза» и попробую теплый каштан. Мне как раз интересно 2 этих оттенка. Итак, та-да-да-дам, пробуем. Ну, мягко-мягко ложится, очень хорошо. Ну и надо с этой стороны сделать то же самое, чтобы я была с одинаковыми глазками. Ой, а как мне щекотно, если честно, почему-то. Чуть-чуть щекотно. И попробую теплый каштан. Такой необычный цвет. Как он будет смотреться? Вот тут пониже его проведу. Вот смотрите, в чем фишка. Когда мы наносим такой вот карандаш для глаз, у нас должна быть возможность еще взять тонкую кисть с тенями и пройтись по стрелочке, то есть растушевать карандаш. Можно даже без теней, а хорошей кисточкой немножечко растушевать карандаш, то есть втереть его, чтобы он стал более так плотно лег, зафиксировался и немножечко растушевался. Вот такую я сделала стрелку. Все супер, ложится хорошо. Просто я думаю, что если он был бы еще мягче, то он просто бы размазывался. А сейчас самая нужная консистенция, то, что и хотелось бы. И сейчас я все еще протестирую на руке каждый оттенок, я вам покажу, как он ложится и как он выглядит, потому что цвета действительно очень классные. Итак, начнем с мерцающих. Самый светлый — сияющая бронза, код 36554. У него очень красивые переливы, мягкий-мягкий такой карандаш, супер просто. Следующий оттенок 36553, звездное небо. Кстати, все можно комбинировать, и некоторые цвета можно делать вместе, то есть сочетать стрелки, или начинать одним цветом, продолжать другим. Следующий оттенок — дымчатый серый, 36552. Ой, смотрите, насколько он мягкий, даже кончик у него отломился, сильно надавило. Это очень хорошо для глаз, карандаши должны быть такие мягенькие. Следующий — 36551, мокрый асфальт. Ой, сколько в нем блеста, красивый-красивый цвет, классно. И теперь мы посмотрим с вами матовые оттенки, начнем с лесных трав, 36550. Очень красивый цвет, такой травяной, глубокий, с оливковым. Следующий — красное дерево, 36549. Красивый цвет, необычный, такого карандаша у нас еще не было. Теплый каштан, 36548. Ой, обалденный оттенок, такой классный. И черная ночь, 36547. Ну, черный он и есть черный, хороший, глубокий черный цвет. То есть палитра карандашей очень красивая. Все они просто мягкие, такие невероятные. И здорово, что их можно сочетать друг с другом. Ну что, тест-драйв прошел успешно. Карандаш отлично повел себя на руке, естественно, и на глазах великолепно. Я ими очень довольна. Великолепные цвета. Есть некоторые оттенки, которых у нас никогда еще не было. И мне нравится это разнообразие. Поэтому
Я рекомендую карандаши, они действительно достойны вашего внимания. Особенно весной, когда новый сезон и хочется чего-то нового и в гардеробе, и в макияже, то самое время подобрать себе новый карандаш. С вами была Лилия Донскова, до новых встреч. А в комментариях, кстати, не забудьте написать, какой оттенок вам больше всего понравился и планируете ли вы заказывать себе карандаши. Пока-пока!